Всем привет, с вами Дмитрий Ракоши. И сегодня у нас победный выпуск. На три полы до блеска, а когда закончишь, перебери рис, а мы пошли на бал. Но почему я не сказочный принц? Все девушки обожают историю Золушки. Про простую и добрую девушку, которая встретила своего принца и жила с ним долго и счастливо. Эту идею взяли братья Вачовски и запустили ее в космос. Главной героиней с самого начала является принцессой, хотя и не знает об этом. Убедитесь, что это она. Это она. Отлично, убейте. Вместо принца у нее полуволк, который призван ее защищать. В перспективе маячит вступление в права наследства целой вселенной. А за ее спиной плетутся такие заговоры, что злой мачехе и не снились. Ченнинг Татум и Мила Кунис. Фантастической сказки «Восхождение Юпитер». Поехали! Смотрите на канале ТВ-1000 Мегахит HD. Всем выйти из сумрака! Ночной дозор! Помните, да? Но это была взрослая сказка. А если перенести эту идею на детей, то получится сказочный патруль. В одном таинственном-таинственном городе жили 4 таинственные-таинственные юные волшебницы. Здесь творятся таинственные-таинственные дела. А все потому, что город Мышкин на самом деле сосредоточие сказок. Здесь тебе и дуб из лукоморья, и избушка на курьих ножках, и мельница водяного. А часть жителей и вовсе сказочные персонажи. Запись 15. Вроде сбежали. Но иногда сказки выходят из-под контроля, и тогда в дело вступают наши героини. Ни один парад победы не мыслим без вооружения. Гроза немецких тигров и пантер Т-34. Лучший танк Второй мировой войны и его эволюция. А также легендарные винтовки Мосина, пистолеты, пулеметы Шагина или попросту ППШ, противотанковые ружья и пулеметы Дегтярева. Все то, что стало оружием победы, смотрите на канале Т-24. Гран-при Каннского фестиваля. Золотой глобус за лучший иностранный фильм. Оскар за лучший фильм на иностранном языке. Это все пронзительная и пугающая история «Сын Саула». Уникальная драма венгерского режиссера Ласло Немиша рассказывает историю заключенного концлагеря Освенцим, который вынужден быть членом зондеркоманды. И вот в постоянной череде нескончаемых смертей у него вновь появляется цель – похоронить ребенка, столь похожего на его сына, по традиционным еврейским обрядам. Этот фильм не оставляет равнодушным никого. И целая россыпь наград ведущих кинофестивалей тому яркое подтверждение. Смотрите премьеру драмы «Сын Саула» в видеотеке Дом.ру. И на этом у нас все на сегодня. От всех нас низкий поклон ветеранам за великую победу. И до встречи через неделю.